Сен мене хундуте борятове своге турушинці харакшет. Іне удурне адолш єрже, іне хрігне адолш у бутубе. Мене студі сел муно їхе хундуте ялшин, борядем не талогой лукше Алексей Самбович Цетінов. Сен мене. Сен мене, Алексей Самбович. Бит тані оның зірхинаса і ми тухите ошарар амаршалнып де. Орум і ми хрігте хабада сландытне їхе байрте байнап де. Сен мене, байрма, Николай. Амарманды хундыта харакшат. Би тени эне хайну дарор халунар амаршалнат. Субэ бури ханин болжо хук жаже бай. Амжалта хусае. Байрла. Алексей Самбович, биде мэднып де тени гулэ уйда их бурят халые узыже, бурядар доғырже, оралданытгже, харин саштан дам жолгая арыт халымдар ябул егже зыпшолтыта ухугуд. Хэнда. Бухы передача Бориадар Халхаде Ушохушар. Тиилда. Для нас всех запуск телеканала — это очень большое событие. Но были какие-то сложности. Пожалуйста, расскажите для тех, кто еще пока не знает всей ситуации, с чем были связаны эти сложности. Ну, канал, вы вспомните, мы в прошлом году включили в программу развития бурятского языка, в целом развития культуры, и вели работу с начала года по открытию канала. Основное время заняло это получение лицензии. Сейчас мы эту лицензию в Роскомнадзоре получили. Лицензия универсальная, можно и там развлекать, информационные, обучающие передачи. В общем, все необходимые форматы передач нам теперь доступны и можем полностью использовать теперь возможности Бурят ТВ для того, чтобы ну, и популяризировать, и продвигать, и развивать бурятский язык, и больше доносить возможности нашей культуры, истории, обычаев до людей. Ну и в принципе просто канал должен быть интересным, таким востребованным. Вот. И я думаю, что все трудности, которые были в начале, мы потихоньку преодолели. Какие-то там детские болезни тоже будут в начале еще, но мы, я думаю, совсем справимся. Алексей Самбович, Бурят ТВ — это канал, который все ждали десятилетиями. Скажите, пожалуйста, почему важно именно было сейчас его открыть? И как вам кажется, почему ранее это не удавалось? Ну, я не знаю, почему ранее это не удавалось. Да? Все-таки канал такое достаточно дорогое мероприятие. Вот. Но понимая важность все-таки сохранения развития бурятского языка, важность общения с аудиторией на бурятском языке, совместно с депутатами Народного хора, мы нашли возможность профинансировать и включить в программу развития бурятского языка. В итоге канал у нас заработал. Ранее вы говорили о том, что Бурят ТВ имеет все шансы выйти в вещание на 3 региона. Скажите, пожалуйста, как это может осуществиться? Ну, сейчас мы начинаем вещание в формате только Республики Бурятия в сетях кабельного телевидения Ростелекома. Это первый эфир будет в рамках Ростелекома. Дальше у нас и в каналах МТС, ну и мы и другие кабельные каналы также подключаем. Вот. И по мере развития, да, мы будем уже работать с нашими соседними регионами. Пока у нас лицензия на Бурятию, ну, поскольку это стартовая лицензия, да, это только начало вещания. И как у нас канал уже разовьется, себя зарекомендует, то уже будет следующая работа по расширению лицензии. Будет ли у вас время смотреть наш телеканал и какие бы программы вы хотели бы видеть на Бурят ТВ? Время, надеюсь, буду находить. Ну, канал же он еще и в интернете вещает. То есть на YouTube и сайт канала размещен. То есть там в записи будут передачи, поэтому время там, когда посмотреть, не так важно. То есть это в любом случае будет доступно. Вот. А передачи, ну, пока я буду отсматривать все передачи, просто чтобы понять, какой формат, какая востребованность, ну и какое там определенное качество передач, интересно, неинтересно. Вот. Ну, а потом посмотрим, какие-то, наверное, станут более востребованными, скажем так, или более любимыми передачами. Скажите, пожалуйста, какие задачи стоят перед телеканалом на данный момент? Ну, задача, в общем, в целом понятна. У нас должна быть возможность общаться с нашим коренным
населением на родном языке, и чтобы это было так доступно, востребовано. То есть это не должно быть навязчиво, это не должно быть в формате «сиди-учи», это должно быть в формате легкого общения, заинтересованности, и чтобы тот, кто владеет языком, мог спокойно смотреть то, что ему интересно. А тот, кто не владеет, мог развивать навыки языка, владение языком, для того, чтобы лучше знать. И это через интересные передачи, через какую-то доступную, интересную информацию, через такое прямое общение, мне кажется, будет более легко сделать, более заинтересованность будет выявляться. И это послужит тому, чтобы и наша культура, язык сохранялись, развивались. Ну и, безусловно, чтобы был такой прямой канал общения с носителями и поддержанием языка, ну не только языка, вообще нашей культуры, образа жизни, самобытности. Алексей Самбоевич, вы ранее уже говорили о том, что телеканал — дорогое удовольствие, но в последнее время очень обсуждались моменты финансирования телеканала. Объясните, пожалуйста, для нас, телевизионщиков, эти суммы понятны вполне, даже минимальны, да, потому что дорогое очень оборудование, очень много ресурсов требуется. Но вот для тех, кто не понимает, объясните, пожалуйста, ситуацию. Ну, мне кажется, все понимают, скажем так, большинство понимает. Да. То есть это работа и режиссеров, и у вас ведущих, и сценаристов, и операторов, и материально-техническое все обеспечение, и плата за аренду каналов кабельных. То есть это покупка контента какого-то дополнительного. То есть тоже не весь контент будет производиться самим каналом, мы будем приобретать и контент тот же, который уже кем-то создан, интересные передачки были. Поэтому вы правильно сказали, сметы минимальные на самом деле. Я надеюсь, что даже в рамках этой минимальной сметы получится сделать интересные, востребованные такие передачи, которые будут привлекать людей. То есть это, повторюсь, канал не должен быть таким, потому что канал, потому что мы это сделали, и он сам по себе есть, хотите смотреть, не хотите не смотреть. Нет, канал должен быть живой, интересный, привлекательный, и он должен еще не только поддерживать общение, но он должен еще и провоцировать желание выучить язык, он должен стимулировать общение в этой языковой среде. Так что, я думаю, вне зависимости от того, что расходы получились для нас большие, для канала маленькие, но я думаю, этого должно хватить для того, чтобы было интересно и качественно. Это задача как раз перед вами, перед всей командой телеканала. Ваши старания и работа в плане развития бурятской культуры, я думаю, видны всем. А могли бы вы рассказать о своей личной мотивации по работе в данном направлении? Мотивация одна — это сохранение и развитие. То есть, понятно, что ваша личная мотивация? Я же отвечаю за республику. Моя мотивация, чтобы республика развивалась, и развивалась по всем направлениям. История, самобытность бурятского народа — это одна из тех ценностей, которые должны, в принципе, сохраняться, неважно, кто бы ни стоял у руля республики. До меня, после меня, неважно. То есть это тысячелетняя история бурятского народа, культура, они должны также и жить, чтобы и нашим детям, и внукам, и правнукам доставалось. И вся наша большая Россия, она сильна многообразием, она сильна самобытностью всех народов, которые ее населяют. Но и тем более уж Республика Бурятия на берегах Байкала с такой богатой историей, которую мы сохранили до сих пор, ее нужно сохранять, приумножать, делать доступной не только для самих бурят, но вообще для всех народов России. У нас республика все равно многонациональная. То есть у нас здесь уже веками очень дружно и тесно живут и буряты, и русские, у нас тут и венки, и сайоты, и другие национальности. Поэтому сохранение многообразия, самобытности
самоидентичности. Мне кажется, это такое непреложная истина и задача, которую необходимо решать. Поэтому моя главная мотивация о том, чтобы бурятский народ, бурятская история, бурятская культура, бурятское будущее были такими уверенными и только приумножались, а не терялись или размывались. Потому что вопросы глобализации есть, они во всем мире есть. Да, вопрос унификации тоже есть. Да, то есть, ну, знаете, языки перемешиваются. Да, там, в русском языке много слов заимствованных там, из английского, из других языков. Сфера общения вся уходит там, в интернет и в такие универсальные форматы доступа и общения. Поэтому проблема там, того, что языки народов России, там, бурятский язык, безусловно, имеют определенные проблемы. В том, что меньше детей, меньше молодого поколения, которые говорят на бурятском языке. Поэтому создание языковой среды интересной, востребованной. А когда это не по принуждению, а по желанию, это такая важная задача. Поэтому моя личная мотивация в том, чтобы сохранить, приумножить и передать там последующим поколениям в неизменном виде культуру и историю бурятского народа. Скажите, пожалуйста, вы говорили о том, что будете стараться следить за нашим телеканалом, находить время. А вообще, как вам удается держать на контроле тысячи задач? Может быть, какой-то свой личный лайфхак, совет, что подадите? К сожалению, не все задачи, которые мне хотелось, удается держать на контроле. Я стараюсь по максимуму все-таки охватывать, но в любом случае приходится расставлять приоритеты. Ну, и команда работает, вице-премьеры, министры. А вот лайфхак, нет лайфхака какого-то, ответственность, работоспособность — это главное, чему надо, вот, на что нужно ориентироваться. И главное дело — не жалеть себя. Самое простое — начать жалеть себя. Устал, тяжело, там еще что-то. Вот. Поэтому главный лайфхак — это самому себе не давать слабину. Очень хороший совет. Алексей Самбуевич, спасибо за то, что вы пришли. Мы очень надеемся, что вы станете частым гостем в стенах наших съемочных студий. Бойрала. Бурят ТВ Сбыкте Дехин Улзатра БРТ. Хундыты харакшит, мане турушин, бурят телесовок, бурят ТВ хархаитне уринабди. Мане эфирте Дехин Улзая. БРТ нахудат. БРТ. БРТ.